Мне никогда не открыть это без правильного ключа. Эй, ты! Что ты делаешь здесь? Я строю корабль, потому что я хочу убраться отсюда. И чем быстрее, тем лучше. Но судя по тому, как идет работа, этот корабль никогда не будет закончен. Почему ты так торопишься? Скоро придут орки и сожгут город дотла. Почему ты так думаешь? Парень, ты видишь, что паладины теперь повсюду? Почему, как ты думаешь, они здесь? Я скажу тебе, они здесь, потому что скоро на нас нападут орки, а это не доставит нам радости. Могу я чем-нибудь помочь? Да, можешь. Выясни, что планируют паладины. Я хочу знать, зачем они здесь. И я должен знать, действительно ли орки собираются напасть на нас. И как далеко от города они находятся. Одного из этих отродий видели совсем неподалеку от города. Просто сообщай мне всю информацию, что раздобудешь. Я должен знать, сколько у меня осталось времени на постройку судна. Что происходит в гавани? Орки дышат нам в спину, а ты спрашиваешь о гавани. Я только хотел... Самая большая проблема в том, что в гавани недостаточно кораблей, чтобы вывести нас отсюда. Если честно, здесь всего один корабль, и он принадлежит паладинам. А они уж точно не позволят нам воспользоваться им. Почему ты не можешь закончить корабль? У нас тысячи проблем. Остов пока еще не очень стабилен, и не хватает досок на обшивку. У меня почти не осталось средств на покупку материалов. А последняя партия вся была поедена жучком. Мои парни работают не очень эффективно. Один хочет построить быстрый корабль, а другого волнует только резная фигура, которая будет установлена на носу судна, как будто нам больше нечем заняться. К тому же, один из моих парней просто перестал приходить на работу. Я начинаю опасаться, что это еще сильнее задержит постройку. У тебя пропал рабочий? Да. Его звали Монти. Он как будто растворился в воздухе. Эта ленивая свинья, наверное, прохлаждается сейчас на какой-нибудь ферме. Не надо было платить ему аванс. Когда в последний раз ты видел Монти? Первый раз он не потрудился прийти на работу 2 дня назад. Я слышал, что пропадали и другие люди. О чем я и говорю? Плохие времена настали. Рыбак Фарим рассказывал мне похожую историю. Пропал его приятель Вильям. Я уверен, что за всем этим стоят орки. Где мне найти этого Фарима? Он рыбак. Думаю, ты найдешь его рядом со складом запасов паладинов. Но я не уверен.
этого не выйдет ничего хорошего.